Я покличу свое дитя милого, я его покличу, да я его позову. Не услышать, милая дитятка, не Марика, вставай. Вставай, да в школу опоздаешь. Вставай, говорю. Слышишь? Володя, Васятка, вставайте! Быстренько за водой! Вставайте, вставайте! Быстренько, быстренько! Ну? Пей, солнышко, пей, хорошее. Доживем до лета, самой лучшей травкой кормить тебя буду. Пей, пей, солнышко.
Любаша, вам что, сарай уже не нужный? Баба Матрёна говорит, кормить крышу можно. Если подсолить, и жует. А если подсахарить, совсем облизнется. Иди сюда. Эй, Любаша, я думал, ты сознательная, будешь мне помощником. С радостью бы. Пришла бы и сказала, кормов нет. Да какая же это помощь? Лишняя обуза. У вас и без того. Ну как же вы скоро жить будете? А колхоз теперь помощник плохой. Все ресурсы на фронт. Свалится корова, мне же тяжелее будет. А вам жить треба, есть. Вот что. Я дам указание выписать 1,5 центнера гречаной соломы, як семье фронтовика. Спасибо. Флегон, Дикимыч! Флегон, Дикимыч! На работу бы мне! Что ж сидим сидеть? Под лежачий камень, сами знаете. Все верно, не тече. Большой еще перетерпит, а малый как стал, так теребит. Кусок ему подавай. Разве ж он понимает? Такая у них специальность. Значит, работать хочешь. А как же школа? Потом доучусь. Ну что ж, приходь, подумаем. Здравствуй, Любаша. Ну, объявление. Все для фронта. Да. Все для победы. Да. Товарищи, колхозники, соберем. Я тебя предупреждала? Я тебе говорила? Так нет, на своем настоял хохол упрямый. Так у нас же ж на Полтавщине... У вас на Полтавщине! У вас такие морозы бывают! Как я до этого силоса доберусь, да? Да замолкни ты! И правда, Сергеевна, что кричать-то? Как не кричать? У меня корова не кормлены! Кричи на всех нас! Мы тоже поддерживали! Правильно поддерживали! На чем кричать-то? Вот, вот. Теперь слезы. Эх, бабы, бабы. Щось придумаем. Мене ж руку одервало, а не голову. Пошли. У меня есть одно решение. Какое еще решение? Кило динамит. Вот так она и включается. Динамит вот есть. Зарвем похлебаем теперь немножко. Картина была старая. Любаша, я тебя не узнал, богато и будешь. Что там у тебя? До свидания, Флегон. Доброго здоровья. Яков! Я вас слушаю. Там я выписал 1,5 центнера гречанки. Так ты привезешь. Только не всю сразу, а по 0,5 центнера, чтобы разговоров на селе меньше было. Хорошо, понятно. Все. Флегон Тикимыч, а как же с работой? Иди оформляйся. Почтальонкой будешь. Белья для детей. Ряд комсомольских организаций широко развернул эту работу и проявляет постоянную заботу об эвакуированных и освобожденных от немецких оккупантов детях. Я прошу маму прислать мне носки, перчатки,
табаку и сухарей. Мама, нас обмундировали, как красноармейцев, а свои вещи лежат в коптерке. Отсылать их пока нельзя. Мама, сейчас я учусь на радиста-танкиста и не знаю, сколько учеба будет тянуться. В общем, положение мое хорошее. Что будет дальше, не знаю. Вот и все. Мама, передай привет дяде Пете, бабушкам, теткам, их деткам. А особенно привет тете Нине и дяде Коле. Что с Женькой? В общем, от меня привет всем, кто меня знал. Мама, около города течет Волга. По ней идут пароходы в нашу сторону. Но мне не ехать на них. А посмотришь им вслед, помахаешь пилоткой и зальешься небывалой слезой. Но это, мама, бывает в отдельных моментах, когда наступает уныние. Ну, мама, хватит. Пока, до свидания. Крепко всех целую. Ваш сын Володя. Погрейся, чуточку. Погрейся, погрейся. Ну, это мыслимо, давай к печке. Такую лютость в резиновых сапогах. Давай, сбрасывай их и грейся. Молоко в госпиталь возил. Чуть не заблудился, совсем разненастилось. Письмо, мама. Два танка. Сиди, сиди, грейся. Я сейчас.
Спасибо тебе за письмо, молодец. Ну что, давай знакомиться, что ли? Ты что, оглохла? Может, тебе по телефону позвонить? Эй, алло. Как звать-то тебя? Как звали, так и зовут. А в прошлом году как звали? Позабыла. А, понятно, девичья память. Ой, засиделась. Постой, постой. Куда ты? Куда? Коль, а ну-ка подвези девушку. Да ну лошадь из-за нее колхозную гонять. Она даже знакомиться не хочет. Пойду. Да что ты, девонька? Николка, ты что? Пойду, теперь ветер в спину. Да он смеется, шутит. Ну, я тебе задам, Николка. Ладно, еще замерзнет, отвечать придется. Я пойду лошадь запрягать. Шутник, весь в отца. И такой же выносливый. А тот, бывало, в лесу у мороза ночевал. Да. Смастерит себе берлогу, как медведь, и спит хоть бы что. На-ка. Выпей узвара на дорожку. Ну что вы? Бери, бери. Спасибо, холодно сегодня. Может, согреюсь горячим. И тебе спасибо за весточку хорошую. Писем давно не было. Да, тяжелый тебе достался хомутик, девонька. Знаю. Есть потяжелее, к ряду ко всем захожу. И то правда. Ну, пошли. Ой, обувка у тебя не по погодке, девонька. На-ка мои валенки. Одень, а Николка обратно захватит. Давай, снимай казнь свою. Нет, нет, спасибо. Там же мне еще меховушки. Теплее, чем в валенках. А ну-ка, дай-ка я посмотрю Николка! Сейчас. Слышь, ма, может ее сразу в больницу отвезти? Все равно ведь ноги отмерзнут. А там их оттяпают. Ишь, расшутился. А ну, перестань. Садись в сани, сердитая. Можешь оставаться, товарищ кучер. Убери только собаку. Подумаешь, разозлилась. Дуйся, дуйся, надувайся. Может, аэростатом хочешь стать? Возвращайся, без провожатых дойду. Слышь, а я ведь и силком посадить могу. Так попробуй. И попробую. Ну что, посадил? Ну ладно, сади сама. А то знаешь, как мне от мамки попадет. Ладно, что ли, в следующий раз не замечай. Накройся. А сам не замерзнешь? Я, как и мой отец, могу в одной рубашке. Ну, до свидания. Зашел бы, погрелся. Сейчас кобылу привяжу. Ух ты, сколько вас здесь. Раз, два, три. Все? Спрятанных-то нет? Нету. А старшие же где? Старших нету, мы тут. Мамка умерла, и мы теперь круглые. Совсем и не круглые. Мамка умерла, а папка на фронте и письма пишет. И ты с ними одна? Одна у нас командир взвода. За лейтенанта, значит? Ты за лейтенанта, за старшину, за младшего сержанта. Слушаются? Каждый день слушаемся, все село знают. Они у меня гвардейцы. Ну, пока, гвардейцы.
Кто завтра раньше всех станет, тому зайца принесу. А где ты их возьмешь? Они же прыгучие. А мне ружье есть и капкан. Садись, есть будешь. Ой, к Солнышку ж надо еще сходить. Куда ты? Бабка Матрёна корову подоила. Сказала, Любаша усталая придет. А я уже мальчики принесла. И вот еще что. Ура! Любаш, скажи честно, раз честно, он твой жених? Подохотник. Обыкновенный адресат. Пожаловали. Здравствуй, здравствуй. Да набрать кое-чего. А вы не замерзли, мальчишки? Нет! Но! 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 Давайте топчите, топчите, ребятушки, топчите. А ну, ребята, топчите! Дедушка, может, хватит? Топчите, топчите. Ну, вот. Ну. Володь, Васятка, будь баловаться, сейчас прихом пойдете. А он мне в лицо солома! А он мне тоже в лицо солома! Прошлый год летали по одному, нынешний год летают стаями, как гуси. А гудятка? А земля трясется. Это они Сталинград вручат ничем. Вот обратно и тут попали такой подмоги. Ну, догоняй. А куда? А сейчас попробуем. Васятка, иди к нам, погрейся. Смотри, елки откуда-то взялись. А может, это не наш двор? И сани чужие. Откуда они взялись? Да на ты. Здесь красная шапочка. А это что за циркач? Николка, из Елшанки, Числов. Григорий сын, он есть? Живой? Живой, воюет. Ну, давайте, ребятки, набирайте. Так. Ух ты! Что это ты наградил здесь во дворе? Это? Лея, чтоб тебе за сучьем ближе было ходить. Ребятушки, детушки, радость-то какая! Только сейчас радио передало, в Сталинграде, как есть, фашизму, пух и прах. И сам главный генерал руки поднял, не могу, говорит, устоять. Ура! Ура! Я буду соседей радовать!
10 по 30 января советскими войсками по неполным данным уничтожено более 100 тысяч немецких солдат и офицеров. За это же время нашими войсками взяты следующие трофеи. Самолетов 744, танков 1517, орудий 6523, минометов 1421, пулеметов 7489. Было, все на улицу, а потом в клуб. Радуют, смеются, а малышня так и пляшет. Что, похоронка? Ты. И у меня вот тоже две. Вот стою и думаю, как нести? Любаша, проходи. Вам письмо, тетя Настя. Ой, мне письмо. Жили дед и баба. Плавных курочка ряба. Несла курочка непростая, а золотая. А! Дед бив, не разбив. Баба била, не разбила. Мышка бежала, завернула хвостик. Дед плачет, баба плачет.
А курочка кудачит. Дед, не плачь, баба, не плачь. Я вам не простой, а золотое. Яичко. Ай, все. Ай. Ой, уходи. Ой, уходи. 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 Ай. Ай, это ты. Это ты. Уходи, уходи. Ой, бедная Настя. Настя, что ж там? Настенька, я смотрю, где тебя. Я милая. Подожди, закрой дверь. А Любаша где? Где Любаша? Большая раздоска. О боже, вот несчастная девочка. Что ее плести на почтальонкой стать? Айда к столу, в гостинице принесла. Каждому по прянику. На, держи. На. На. Спасибо. Что надо сказать? Спасибо. Марика, вот еще мешочек муки и кулечек конфет. О, не-не-не-не, подожди, нет-нет. Все, так не пойдет. Марика, в сундук, поглотаете, а потом будете как волчата голодные. Вот так. Айда. Вот так, подальше положишь и поближе возьмешь.
О, боже, ребят. Да я за это барахло вам ВОЗ продуктов наменяю. Вот здорово. Нам на весь месяц хватит. А что барахло в сундуке лежать будет? Все моли источит. Так и есть, так и есть. Вон поток, что пулями продырявлен. Нет, ни одной дырки нету. Где нет? Сейчас нет. Одень, оденешь, и потом вес расползется. Почему вы нафталином или табаком не пересыпали? Ладно, булку дадут, наверное. Возьму. И это возьму, буханку дадут наверняка. И это возьму, пшена два стакана возьмем. Возьму. Сахар дадут. Чуёк сладенький, попивать будете. Ох, горе, горюшка. Все как есть пропало. Пропало, так не трожь. Отстань и умничай, ты посмотри. Только мама по праздникам одевала. Ой, Настя, Настя. Чего ты, родная, нас покинула? Господи. Возьму. Хоть банку консервов дадут. Трудно, ребятушки, стало сейчас тряпки менять, но я постараюсь. Что-то приболело. Заболела. Может, простыла. Пойду варенье малиновое принесу. Да что вы, мудрый, не надо. Что это не надо? Я не за даром даю. Вот слягу, и ты придешь меня сбоку на бок будешь ворочать. Вот мне и возместиться. Я ведь хитрая. Так все и делаю, чтобы мне лучше потом было. Пойду, сейчас печку вам приду затоплю. Письма-то все разнесла. Наша деревня осталась неразнесённой. Ну, это не горе. Я сама доставлю. Да мы тоже можем. Мы с Мариной. Я тоже. Ты куда? Носом-то шмыгаешь. И
ботинки-то дырявые. Сядь вот и журнал почитай. Ну, 100 раз от корки до корки. 100 раз от каждой почитай. А вот 101 осилишь, тогда герой будешь. И пилотку со звездой дадут, и автомат, и пушку дальнобойную. Эх, сколько наговорила, столько мне и до фронта не донести. А зачем тебе нести? Тебе самолет дадут. Это бы хорошо, я бы к отцу на фронт полетел, и мы бы сразу Гитлера разбомбили. А может, убит давно? Был бы убит, похоронку бы уже давно получили. А может, так искалечен, что глянуть страшно? Он, как Федька у Макаровых, заживо сохранился в каком-то инвалидном доме и молчит, как без вести пропавший. Он что, думаешь, мы его не примем? Да какой бы он ни был, обрубленный, обгорелый. Не может он о нас так думать. Не может. Живи тут! А ты, бабка Матрёна, живая? Разве не видишь? А чего ты нас по первой себе в гроб-то суёшь? Мы еще малые, нам еще пожить надо. Посмотрим, кто кого переживет. Молодой, а с печь арканом не стосит. Выглядывает чисто таракан без усы. Новой породы вывода. Мы всех переживем, да, Вася? Ага. Этот тоже мерзляк и летом с печи не слазит. Ну как, Любаша? Да ничего. А я посылку новую солдатам собрала, варежки связала. И моя подмога пойдет. Баб Матрён, а я в посылку. Можно тетрадь положу? Нет, нет. Это дело. А хорошо бы солдатику поклон написать. Это бы ему теплее варежки было слово. Баб Матрён, а почему ты такая живучая? Почему живучая? Потому что во мне яду нету. А чего человек-то крючится? От злости до зависти. Один песок сухой на душе насыпан, он его и перетирает. А я всегда с добром, всегда с людьми. Этому, это мне поможет. Так мы и теплимся друг от дружки. Вот нам и износу нету. Как ваше радио, вот много там наговорил нынче? Разве у вас в избе все заглохло? Мое-то много насчитала. Ваш может больше отвоенных пунктов. Раньше ведь были деревни, села, а теперь чудно. Населенные пункты. Гитлер наверняка счет потерял этим пунктом. Скоро в последнем пункте ему хвост прижмут капканом. Все когти отрубят. Можно? Здравствуй. Здорово, орлы. Да это не Колка. Что это ты вдруг болеть-то вздумала? Мало, что ли, мне своих забот еще приходится бабьим делом заниматься, почту разносить. Тоже скоро выздоровлю. Ну давай, поздоровлю быстрее. Ой, папа мне письмо прислал. А ну-ка, танцуйте, Игорята.
скорее, скорее читай. Не найду, все уголки исписаны. Вот, нашла. Здравствуйте, дорогие малые детки. Был я ранен, наподлечился и опять гоним оккупантов. Вот какой отец, 100 ран получил и все равно сражает. Читай, читай дальше. Получил я ваше письмо. Как вы там управляетесь? И дюжа переживал. Я письмо читал всему взводу, и бойцы так слушали, аж слезы утирали. Словно узнавали о своих родных детишках. А потом просили вторичную читку сделать. И шлют вам гвардейский фронтовой привет. Передайте мой поклон Флегонту Якимовичу, с которым хоть и не знаком, но уважаю. И Матрёне Фрисановне, будет вам нужен совет. О, бабка Матрёна. Спрашивайте ее, потому что знаю ее всю трудовую жизнь. Какой святой и самый идейный человек она. Ой, это он уж зря за свою жизнь. Сколько я нагрешила. А еще бойцы радовались, что дружно живем и сколь сил помогаем колхозу. Хоть бы и разок краешком глаза взглянуть на вас. Хоть бы погладить ваши головки. Передайте привет всем сродичам от сержанта Егорова. А где же Николка? Шо? Пошли папане письмо писать. Он заждался, папан. Но ты ж писать не умеешь. Тяжеловато. Хлебушек без хода не бывает. Земля, но не хорошая. А ну, бабочки, давайте еще раз. Что такое? Да заглохла. Куда поворачивать указку? Нет, я копытцами буду лучше упираться. Ну, пошли миром. Видите, какой ценный совет дает. Не иначе я вас заберу от нас в Москву, в правительство.
А год-то ночь тяжелый, хоть поустанет. Дорогие мои земляки, большущее дело сотворили мы с вами. На 10 дней раньше срока закончили сев. И тем самым крепкий удар влепили фашистскому извіру. И как мне, товарищи, жалко, что мы сейчас не имеем возможности отметить всех вас за ваши трудовые заслуги. И вот мы тут с правлением решили наградить хотя бы особо отличившихся. Награждаем вас почетными грамотами за ваш превеликий труд, переломный год войны. Молодец, Маш. Спасибо, Галя. А ну, гордость наша. Спасибо. Спасибо. Товарищи, и еще мы тут решили выдать всем по 2 кило пшена. Вот. Передай. Спасибо вам, дорогие патриотки, от всего колхоза, от правления, от сынов, мужей и отцов ваших, которые на фронте тоже зря время не теряют. Спасибо вам за все. Встречали. Григорий Числов. Да, знаете, он воюет. Про него в газете писали. Смотри, а. Он песня такой, или шутник такой, охотник какой. Отправляйте. Вози, брат. На службу. Давай, руку. Давай, да. Спасибо, спасибо. Здравствуй, Любаша. Здравствуй. Ты чего не заходишь? Писем нет, вот и прохожу. Верно. Ты раньше без писем приходила. Болела ж я. Знаю. Заходи, Любаша. Угу. Кто там, заходьте? Здравствуйте, Флегон Кикимыч. А, доченька, а я вот... В общем, праздник у меня. Садись, подобедаешь со мной. Спасибо, уж ела. Садись, а то знаешь, как обижусь. Вот, чаёк горяченький, фишка свеженькая. Сергеевна испекла, Николка принес. Числовых знаешь? Но. Припича. Я думаю, может, срочное. Да теперь все срочные. А я вот раньше исправления ушел. Праздник у меня большой, дочка. Мою красавку освободили. Сижу, слушаю радио и слышу. Наши войска с боями, ну и так далее. Так что скоро покину вас. Дам дела, кому нужно,
и на свою Полтавщину. Да, с боями. Наверное, камня на камне не осталось. Да ты кушай, кушай, пышку бери. Любочка! Здравствуйте. Ну, как дела? Да ничего. Живем понемногу. Ты не домой? Нет, разноска очень большая. Как жаль, я как раз ту сторону могла бы подвезти. Ну, привет там всем передавай. Непременно покатаю. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, Марийка, ты как старше, два дели поговорим. Картошку, небось, еще не копали? Не, воскресенье начнем. А, господи боже, какое воскресенье? А вдруг дождь начнется? Ох, вы мои дорогие, несмышленные. Ну, ничего, ребята, день у меня выдался свободный, подсоблю вам. А чтобы работа спорилась, гостинца привезла, на, Марийка, угощайтесь. На, Васяточка. Ты же обещал собаке на вечер муку и сахар седану. И консервами хвалился обкормить. Ох, ребятушки, это ж так быстро не делается. Да и продешевить все не хотела. А первый ты покупатель хороший нашелся. И задаток неплохой дал. Кулечек крупы, кулечек конфет. А где же конфет? В машине. Давай, давай. Не смотри, давай, вылазь оттуда. Поработайте хорошенько, получите по одной. А пока давайте. Давайте, быстрее, на огород. Побежали. Давайте, за лопаты. Пошли. Выбирай, Володенька, выбирай. Ага, дай. Молодец, молодец. Собирай остальное. Ох, молодцы же вы. Молодцы вы у меня. Хорошо поработали. Айда, идите сюда. Вот так. Хорошо поработали. Получите по одной конфетке, а отдых будет еще по одной дам. Просто молодцы. Спасибо. Спасибо. Молодцы. Давайте вот так договоримся. Мелкую сюда кладите. Вот так. Крупную сюда. На продажу будет. Скоро в школу пойдете, Марийка. А в чем? В этом тряпье? О, боже, срам-то какой. Вы что, хуже бездомников? Нет, а я вас всех одену. Тебя, Васяточка, мой родной знаменитый труженичек. И тебя, Володенька, тоже старательный. А тебе, Марийка, я за картошку такое платье куплю. Все девчата на селе обзавидуются. А пока идите работать, быстрее, давайте, кончайте. По-быстренькому, кончайте. Всю картошку давайте в одну кучку, а я сейчас приду и перебирать буду. Это по какому праву ты картошку чужую увозишь? А детей-то в школу кто одевать будет? Или ты о них побеспокоишься? Где Любаша, где? С разноски еще не пришла. Чего ж тебе с хозяйки-то командуешь? Она тебя решил картошку-то грабить. А тебе-то какое дело? Ты им что, родня, как-нибудь без себя обойдемся? Я им роднее родной. Что-то я тебе в нашей родне не видела, никто тебе не сказывал. А я тебя среди нахалок давно заприметила. Гражданка Матрёна, отойди, не мешай. Я есть гражданка советская, а ты разбойница. Я разбойница? Да я тебя, отойди быстро. А ну, отойди, я тебя, ты позови, кричишь, как грязная, ну, отойди.
Отойди, добрая! Как ты, дура, старая? Что ты кричишь, как вестная? Володя! Отойди, я уже и картошку! Отойди, говорю! И мешок бросила! Тебя прокурор еще из-за вещички, выманенный в них, к ответу притянет! Бессовестная! Подавите своей картошкой! А ты, Матрёна, ты у меня попробуй! Приходи ко мне! Я до тебя доберусь! У меня кочерёжка будет горячая! Я тебя угощу! Здравствуй. Здравствуй. Где это пропадал? Да на заготовках леса работал. А ты что не заходишь-то? Писем немного. Почти в каждый дом. Верно. Мы вот тоже все ждем, ждем. И ни слуху, ни духу. Бывает, и нам погоды нет писем. Потом пачка. Оказывается, задание выполнял. Мосты в тылу врага взрывал. В разведку ходил. Да. Объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Кременчуг. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам! Вот молодцы! Это ж попасть из Днепре переправила! Нет, он Ленинград из блокады освобождает! А может, он в тыл заброшен и там та-та-та-та! Любаш, он как в дверь стучится! Васенка, да не деритесь, глупыши! Так это же пулемет! Нашел привычку, тут что сразу стучит! Сейчас все ко мне в избу! А что там такое? Такое? Вчера правление аванс мне дало, кило пшена. А курица ряба яйцом порадовала. Что такое? Кулеш! Вот умник догадался. Бегите, бегите, фикулисты. Хлебайте пока за место белых булок. Баба Матрёна. Что ли, Башенька? Посоветоваться нужно. Что такое? Сказать даже страшно. Григория Числова, отца Николки, убили. Господи, какие люди-то ебанут. Давно убили. Несколько месяцев назад. Они не знают. Как так? Я похоронку не отдала. Не смогла. Нет, отдай, Люба. Горе тяжело, всегда нужна правда. А ложь добром не окончится. Ой, какое горе, да. Ой, как тяжело, как. Здравствуйте. Уехал. На фронт уехал. Николка, он же несовершеннолетний. Разве остановишь? Говорит, поеду папаню разыщу. Живым или мертвым? Тетечка Сергеевна, это я во всем тетечка виновата.
Простите меня, если можете. Лучше не прощайте. Да что ты, девонька? А чем ты можешь быть виноватой? Ведь был же случай. Принесла я фамильную похоронку, а Гаврил живой оказался. Похоронку? Где она? Похоронка эта. Вот она. Убейте меня, дуру несчастную. Сынок, Васютка, сынок, Васька. Лёбушка. Володька, Марийка. Коля. Молодец, Любаша, всех сохранила. Спасибо тебе. Это тебе, Матрёна Хрисанфовна. Спасибо. Всю ночь чудилось, как к селу подходишь, как земля радуется. Держи, Любаша. Спасибо. Ну, Марийка. Ой, забыла. Чего забыла-то?
Там матроски. Надеть. Быстро надеть. Смотри, какая матросочка. Ух, это ты. Да. Эх, теперь во флот можно, еще бы дискозы. И пилотка сойдет. Держи, Люба. Давай, 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 давай. Вот так. Вот, это наш председатель. Дядя Флегот. Я уж догадался. Вот, Андрюшенька. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это да. С возвращением. Спасибо. Присаживайтесь. Военная? Два года берегла. Давай-ка, Любонька, возьми. Любаша говорила, будто вы на Полтавщине воевали. Да немного пришлось. До Гадича дошел. А там... мост через речку все разминировали. Вот мальчишка молоденький, сапер, ошибся. От него ничего не осталось, а я вот... А моя красавка Южней тоже освобождена. Пора домой. Да мы не в жизнь не отпустим тебе. А вы вот кого изберете? Да нет, я сапер, плотник, и на войне, и здесь. Ну что ж, тогда пригласим Черчилля. Ну, солдаты, причастимся. За скорейшую победу. Николка.